О том, что еще происходит в городе и области, смотрите в нашем коротком видеообзоре. Улица Ленина стала безопаснее. Сегодня у корпуса ВетГГУ в Чижах появился светофор. Его установили неделю назад, но в полном объеме он начал работать только сегодня. Напомним, потребность установки светофора на этом участке улицы Ленина возникла уже давно. Только за последний год здесь произошло несколько аварий. Установили новый светофор за счет штрафов за нарушение правил дорожного движения. За прошедшие сутки на дорогах Кирова стражи порядка пресекли 800 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД и представители добровольной дружины задержали более 20 пьяных и не имеющих прав водителей. В авариях пострадало более 10 человек, в том числе и дети. Сотрудники госавтоинспекции предупреждают, из-за жаркой погоды самочувствие участников дорожного движения заметно ухудшается. В таком состоянии садиться за руль они не рекомендуют. Кировская «Ласточка» опаздывает. Вопреки обещаниям пресс-службы Заксобрания области, скоростной электропоезд «Ласточка», который должен был курсировать между Кировом и Нижним Новгородом, так и не был запущен. Оказалось, что 1 июля было лишь предполагаемой датой, а разговоры о запуске поезда все еще ведутся. Предполагается, что «Ласточка» начнет возить пассажиров только в августе.